Всем здорова, дорогие друзья! Продолжаем. Код Вероника, боевая игра. И у нас на очереди... Кто у нас на очереди? На очереди у нас Крис. Крис Редфилд, братуха Клары. Вот. Братуха Клары. И давайте посмотрим, чем он нас удивит. Так, у него есть ножик Магнум, дробаш, патроны для дробаша и две аптечки. Окей. Две аптечки. Так, третье лицо. Третье лицо. Окей. Наконец-то нам дадут, короче, пострелять с магнума, который... А, смотри, здесь тоже все бесконечное. Все тоже бесконечное. Ну ладно, выбираем магнум, короче. Выбираем магнум, потому что нам не дали с него пострелять. В оригинальной игре. Ну тоже не дали. По своей тупости мы просто не постреляли. Вот. Смотри, мы что, двоих, короче, одним выстрелом захерачили. Нихера себе. Нормально. Видали, да, как он просто выносит с одного выстрела, короче, всех просто. Ну, по крайней мере, видал просто. Я знал, что Магнум. Одно из самых мощных, короче, оружий в игре, но, блин, не до такой степени, просто он насквозь пробивает по несколько зомбарей в ряд, короче, видал, да? Нормально, просто, чётенько. Ладно. Ну, побегаем с ним. Видал, он всех просто с одного выстрела выносит. Ну, давай, вылазь. Отлично. Отлично. Ну, локации, я полагаю, все те же самые. Только надо посмотреть будет, что в игровом автомате лежит. Вот. Потому что первый раз, когда мы играли за Клэр, был дневник. Чей-то, я так и не понял, чей. Вот. И Босяра. Ну, Босяра, я так предполагаю, Босяра будет Алексия. Я так полагаю, потому что у Клэр было два босса. Два босса, короче, с которыми она сражалась в основной игре. Это Тиран и этот Носферату, короче. А Крис у нас сражался с Алексией как раз, да? Со всеми формами ее. Вот. Я так полагаю, будет Алексия. О, видал, он даже этих охотников, короче, вырубает просто с выстрела. Так. Конечно, цепанул меня нехило. Ну ладно. Так, пока не будем смешивать. Возьмем. Чё рвануло-то так? Смешивать не будем. Ну давай, подбегай. Падла. Падла. Успел. Успел цепануть меня. Ладно, давай. А. Это зеленая трава, да? Да. Окей, ладно. Зеленая трава, давай ее сейчас одну съедим. Две скомбинируем. И синюю траву сейчас тоже скомбинируем. В принципе, можно же к двум зеленым добавить синюю. Отлично. Все четко. Это четенько сработано. Видите, да, как насколько мощный магнум, короче. И представляете, да? Если бы мы с магнумом сражались с финальным боссом, было бы намного все проще. Ну и плюс с Магнума
Крис резче так целится. Смотри, двоих сразу. Готов. Тут уже готов, тут еще один лежит. Короче, самый хардкорный будет у нас Вескер. Самый хардкорный с ножом. Вот. Потому что, я так полагаю, раз у всех бесконечное все, у Стива тоже будут бесконечные люгеры и УЗИ. Ну, я так полагаю. Вот. Хотя не факт. Хотя это не факт. Это только догадки. Только предположения. Ну, просто всех на изи, короче, так вот. Тут аптечка. Окей. Забираем. Забираем. Ну, может быть, за Криса сейчас мы за короткий промежуток времени пробежим. Зацелься на бочку. Отлично. Все четко. Давай посмотрим. Давай взглянем сейчас, что у нас в игровом автомате находится. Ты видал, как он его завел просто? Смотри, там пушка какая-то. Два УЗИ, ё. Ты видал, да? Два УЗИ. А, смотри, они кончаются. Эти два УЗИ, смотри, кончаются. Ну давай, пофиг. Возьмем. Возьмем, сейчас с них походим, постреляем. Чё нет-то? Нормуль. Да ладно! А... Да погоди ты! А чё он так? Какими-то непонятными очередями стреляет. Я думал, он будет сейчас просто долбить так, как это, как с отбойного молотка, а он. Ладно, берем сейчас аптечку. Нахер, лучше б я их не брал, а? Лучше бы аптечек побольше взял тогда. Ну ладно, чё. Взял так, взял уже, да? Взял так, взял. Так. Все сдохли, все сдохли. То в прошлый раз что-то за Клорка доиграли, что-то выжили даже зомбари. Окей. Сдохни. Все. Все лежат. Все лежат, и тишина такая. А тут устроили, блин. Сдохни. Все, четко. Их тут три штуки. Отлично. Так, ну что, босяра? Давай посмотрим, кто у нас. Ну я же говорю. Я же говорю, что это будет Алексия. Да твою мать, а, дебилы. Блин. О, свой член там вытащила. Беги!
Ах ты. Причем форма-то вот эта бесячая, которая не дает вообще ни черта сделать. Отлично. Да беги! А-а-а! Тварь! 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 Так. Плохо. Все очень плохо. Теперь хорошо. Знаешь, на это... Блин, с дробаша... Ну, с дробаша я не знаю. С дробаша вот этих вот мелких хорошо мочить. Урона будет наносить... О, отлично! Урона наносило бы меньше. Так, а чё нам сейчас дадут эту пушку, которая... Нет? Да ладно! Да ладно! Без этой пушки? А вот это что-то новенькое. Ладно. Беги. Ну, в принципе... Это уже лайтово, это уже на изи, короче. А я не знаю, попадаю по ней или нет. Сама фишка, главное, чтобы она не попадала огнем по нам. А хрен знает, попадаю, не попадаю. Главное стрелять. Да тварь! Ты видал? Видал, что творит, а? Культяпка летающая. Я не попадаю по ней. Или попадаю? Она как этот, как комар, знаете, назойливый, да, такой? Вроде рядом летает, и хрен попадешь. Хрен убьешь. Ну-ка, давай-ка, дробовик. Он, у него хоть разброс. Где она? Хера она там улетела? О, видно, сейчас уже, вот сейчас было видно кровушку ее. Видно, видно, да, что сейчас попадаю с дробовика. Да, нет! Перезаряжать начал. Вот чё херово в этом... С дробовика, он его перезаряжает постоянно. Четко. Все три патрона попал. Беги. Да нет! Не забывай читать, короче. Сколько в нее надо? Сколько в нее надо стрелять-то вообще? Это живучая падла. О, все, сдохла. Отлично. Отлично. Завалили. Завалили козу. Все, сохранение отлично. Видал, какой улов-то. Четенько. Такой, блин, рыбешкой можно накормить всю семью. Ну что? Итак, мы прошли за 13.39 граница Е, а рекорд 7.35, короче. Вот. Ну, рекорд мы не будем, да, побивать, как обычно. Посмотрели все. Все чисто. Все четко. Отлично.
Ну и кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Вот. Комментируем, Классно, не забываем. поздравляю. О, Алиса, спасибо. Окей. С вами был Валерий. Всем пока.